Улыбнитесь, вас снимает дозор. У сотрудников Красноярского полка и спецроты ДПС появились персональные приборы регистрации. Они предназначены для аудио- и видеофиксации происходящего. Кроме того, позволяют идентифицировать личность на расстоянии 12 метров. Работать такие устройства могут в любую погоду и в любое время суток. Весь материал сохраняется в архивах. Такие записи помогут в случае необходимости подтвердить или опровергнуть факт нарушения и избежать спорных ситуаций. В настоящий момент у дорожных полицейских 48 персональных регистраторов, но к концу года их станет больше. Прибор может снимать видеосъемку в течение 10-12 часов, распознавать объект, так называемое правонарушение, порядка до 12 метров. Прибор предназначен для фиксации правонарушения, а также для доказательной базы допущенных правонарушений участниками дорожного движения.